Поэтому слабых вот нападающих вообще нет, прямо скажем. Не проходит передача Радулова на Сапрыкина. Гол под копирку забить нам не удалось. Сапрыкин ловит шайбу. И какой пас отдает он Александру Радулову. 4-1. Третья шайба сборной России в большинстве. Но что сейчас сотворил Сапрыкин? Просто ответил тому же Радулову за тот пас, который отдал Радулов Сапрыкину. Великолепно. Просто эти вот два парня нашли друг друга в сборной. Рон Вилсон так выглядит немного шокированным подобным поворотом событий. Приветствует Александра Радулова, который также третью шайбу на этом турнире на свой счет записывает. Смотрим повтор этого момента. Гениальный пас Сапрыкина, и Радулов не промахнулся с острого угла. 4-1. А где был Джек Джонсон? Джек Джонсон. Ну, вот, видите, он приехал уже посмотреть, как забивается шайба. Один из защитников, который явно...